Я учился этому порядка 250 часов. И сейчас вам очень коротко рассказал о том, что такое коучинг. Я просто, моя целью было передать суть на пальцах, как он работает, и я хотел показать, что он, коучинг, исключительно позитивен и экологичен. Исключительно. То есть он не работает на принципах манипуляции. Я как коуч не делаю что-то такого, что думаю и направляю и манипулирую сознанием. Он очень экологичен и очень открыт. И волшебство происходит за счет того, что мы простраиваем и понимаем тот самый идеальный конечный результат, задаем вот эти вот вопросы и следим за тем, чтобы ответы были в рамке целей. Это некое искусство, ему обучаются, но по сути это в этом. И происходит волшебство, когда два человека начинают думать вместе. Из моей жизни это был такой пример, когда я еще не был знаком с коучингом, и когда мне нужно было решить какую-то ситуацию, задачку или проблему, нужно было подумать. Я вызывал своего секретаршу, и говорил примерно так: сиди, смотри, записывай, смотри на меня и делай вид, что ты понимаешь, о чем я говорю. А дальше я начинал думать вслух, я начинал говорить. И в процессе, пока я говорил, решение находилось. То есть я внутри вот это чувство и ощущение разматывал вот в логику слов и искал, и просто говорил, и решение находилось. То есть у коучинга есть такое свойство, что когда два человека с открытыми экологичными целями, внутренними настроением, это называется рапорт, начинают думать вместе, то само пространство начинает помогать им находить ответы. Вот все принципы и того, как работает коучинг.